раза в моей жизни. Не о таком возвращении домой я мечтал. Вон Валькирия. Да. Плывет в смертельную ловушку. На крюк! На крюк! В порядке? Сырая крольчатина и сухой паёк. Желудок у меня крепкий. Вот, зараза. Живот, да, прихватил. Проверить путешные палы! Захочешь плевать? Целься во врагов на земле. Проверить снаряжение! Охренеть, Рекер. Мы высаживаемся в зоне боевых действий. Бросить груз! Оружие, что ты делаешь? Нас берут на абордаж. Повторяю, нас берут на абордаж. Оружие, хватит. Они долго не выдержат. Ты смотрю, нормально, так все нормально. А вот здесь вот все плохо. Давай на палубу. Я вообще долечу или не могу управлять? Ну, вроде как долечу. В порядке, Рэп? Да. Ох. Мы уже близимся к финалу, ребят. Так, давайте его вторую возьмем. Вот эту вот вещь. Да тут просто до хера врагов. Из оружия. А вот эта вот пушка хорошая, я видел. В мультиплеере. Так, ну тут снайпер, снайперка не придет, тогда возьмем пулемет. Давайте 416. Может, используй укрытие. Огонь на поражение! А, то есть их вас можно встретить, да, вот так вот, да? Ща. Снайпер на мостике! Снайпер на мостике! Как тебе воздушная граната? Как вам там еще, ребят? Хорошо, да? Твою мать! Я его все-таки подбил, но, блин, лаги идут. О, трупы висящие. Да откуда ты там поливаешь, эту тварь? Сзади где-то. Где? Вон он. Черт, осторожнее. Вопрос, с чем, ребят, бегаете? Может, есть какое-нибудь новое оружие? Где тут только что я труп убил? Твою мать. Так, вот здесь были тоже братишки. Тут тоже, короче, оружия мне нового не дадут, я так понимаю. Через 16 и пулемет, ну. Ладно, оставим то, что у нас есть, в принципе. Мы будем пулеметом юзаться. Он у него прицел побольше. Получше, чем двухкратник будет. Взрывная бочка, взорвись, пожалуйста, только. Вот так вот, молодец. Вы с чем, ребят, бегаете? Понятно, у вас ничего нового нету. Нам получается через верх идти? Нет, через верх тоже не вариант. Как нам обойти-то вопрос? Так тоже не вариант. Так тоже не вариант. Куда? Понял.
Нет, тоже не вариант. Придется ползти, пригнуться, нет. Ползти тоже не удается. А куда? А, то есть пока мы сзади этого придурка не убьем, да? Где он? Понятно. Куда дальше-то, ё-моё, ребят? Наверх не пускает. Сюда не пускает. Понял. Тут есть лестница, оказывается. Вот, да, наконец-то я забираюсь по ней. Да чтоб вас. Я же... Капец, они какие-то стали пули непробиваемые, в отличие от начала игры, реально. Они раньше убивались очень легко, а сейчас какие-то стали пули непробиваемые. Хотя игра на том же, уровне сложности. Берегись! Да. Дерьмо! Надеюсь, Гаррисона там не было. Можно и так было. Отлично, тут всех снял. Так, сейчас тут вылезет один негр. Давайте мы его сразу встретим. Вот с этой пушки. На. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Чё тебе надо? Да чё тебе надо-то, а? Давайте, один снаряд остался. На. И то я им промазал. А тут вообще два снаряда осталось. Раз. Два. Промазал. Слушайте, вот какие-то точные стали слишком. Непробиваемые, смотрите, по голову стреляем, насрать. Наконец-то. Я уже для уверенности буду по вам. Нет, мы только что там были. Куда-то-да, наверх. А, понял, направо. Направо и не пускает, смотри-ка. Да, а как вы туда попали, вопрос? Всё. Капец. Осторожнее. Отсюда вы что, издеваетесь? Это мы, всё. А, ребят, вы гениальны просто. Самолет теперь улетел. Или он и в прошлый раз улетел. Я просто слепой был очень-очень жестко, видимо. Да, FPS хорош, проседать резко бывает. Наконец-то тут хоть что-то хорошее не дали. Ура! Так, как обычно берем РПГ, здесь вместо этого, ну, возьмем зенитное какое-то, нет. Оставим с этой пушкой. Главное, что у нас есть. Главное, что у нас есть РПГ. Которое, я так понимаю, мне сейчас потребуется. Черт, я промазал по нему. Твою мать, я промазал по нему, это плохо. Куда ты прыгаешь-то, придурок? Стоять. Давай сюда, друг мой. На. Черт.
Да, чтоб тебя. Я тебя собью, тварь. Я тебя собью. Куда ты улетел? Да, смотри-ка, все равно живой какой, а. Да, ты что, издеваешься? Ты слишком уклоняемый. А теперь нет. ПДВР дали нам. Совсем забыл пользоваться гранатами, но, блин, против него тут не поможет. Зато вот это достанет его. Постойте! Что дальше, командир? До свидания. На палубе чисто! Гаррисон где-то внутри! А куда нам? Вниз. Еще на один уровень вниз. Так, ну вот тут потребуется нам уже что-то помощнее. Точнее, ну, более быстрое, более мобильное. Какой я догадливый. Прямо эта дверь. Корабли я особо не запомнил. Я открываю, ты стреляешь. А, ну даже так. Ганна, ты налево, а я пойду по коридору. Бросай мудила! Господи, Рек! Пак! Я снова чуть в тебя не пальну. Твою мать! Вы вернулись. Могильщик снова в строю. Сокинсен, мы думали, что ты мертв. Привет. Ха. Да уж, черт. После того, как вы меня бросили. Где Дзинзе? Он живой? Ты еще с нами? Круто. Цзиньзе в безопасности, я отведу вас к нему. Сержант Паковский, что делать с беженцами? Морпехи, оставайтесь с ними. Могильщик отправляется в медотсек. Я за тобой, сержант. Отлично, Пак у нас, оказывается, не мертв. Ну, мы рады этому. Осторожнее на поворотах! Эй, Пак, что произошло в Сингапуре? Как ты выбрался живым? Эти суки хотели меня оттрахать, но я свалил нахер. Больше не спрашивайте. О-о-о. Интересно, с чего это ты и материться начал. А ты попробуй проползти 1000 метров по канализации с дырой в животе. Да уж, ближе к аду вряд ли будет, парень. И со мной. Атакуем одновременно. Открывай дверь. Какую? А, вот это? Жри, жри, жри. Режься. Отлично. До свидания, ушел. Аллах Акбар пришел, что ли? Такое чувство. Ну, этот смертник, вы поняли. Он так кричал жестко. Последний, все дробовик. Чисто. Куда идти, ребят? Сэр, понял. Идем, прибыл могильщик. Хорошо, только быстро. Лучше поздно, чем никогда, отряд. Надо его отсюда вытаскивать. Мой голос, мое оружие. Когда я молчу, я ничто. Раны из Шуана. Той бычи. Пухуан, не юнь сэ во до ходуэн. Это за мной? Люди Чана? Возьмите. Мы должны вытащить вас отсюда. Я сложил оружие, капитан. Мои братья меня не убьют. Может быть, я не совсем ясно выразился? Ваши братья считают вас мертвым. Вы такая же цель, как и мы. Вас приказано найти и уничтожить. Значит, они должны увидеть меня. Узнать, что я жив. Они забудут о своем задании и сложат то оружие. Пустим их и посмотрим, что будет. Да. Это была шутка. Ирландец Рекер, прикрывайте дверь. Я серьезно. Если мы будем драться, все кончено. Я сам открою дверь. Я не пущу вы вас. Вы че, рехнули?
Послушайте меня. Я застрял. Как только ворвутся сюда. Вы живы только благодаря этой двери. С такой травмой ему вообще нельзя подниматься. Эти разговоры – последствия сотрясения. В этой комнате я невидим. Я уже мертв. Мы все мертвы. Чё ты несёшь-то, твою мать? Если я не могу показать своё лицо и обратиться к своим братьям без страха, то я проиграл. Я не знаю, где я. Откройте дверь, сержант. Сними повязку. Сначала. Вы готовы, ребят? Не делай этого. Блять, не вздумай. Отбой. Готовьтесь открывать огонь, если что, ребят. У сукина сына получилось. И что теперь? Там везде еще полно китайских солдат. Они знают, что это он. Они сообщат всем. Это Чан. У них военный корабль. Ох, он сукин сын. Хочет похоронить правду и всех людей вместе с ней. Мы можем нанести удар. Нет, у нас ничего не осталось. Даже С-4? С-4 у нас хватает. Только что, черт возьми, мы с ней будем делать? Дайте мне надувной катер и весь оставшийся запас С-4. Вы это серьезно, ирландец? Да. Так точно, сэр. Хорошо, Пак. Покажи им. Рекер, ирландец, идем со мной. Хан, отлично, мы помирились с китайцами. Но Чан этот гребаный. Бог в помощь. Слушайте сюда. Загрузить катер С-4 и подготовить к отплытию поживее. Никаких извинений, мы уже в пути. Потрясающе. Он всегда такой? По праздникам. А ты точно за ним не замужем? Я замужем за тем, за что он сражается. Ну, почему не сажусь? Ханна, тебе никогда не хотелось, чтобы все было иначе? Хотелось, конечно. Но за это нужно сражаться. Ты свой человек, Ханна. Это вам, сержант. Ты не с нами, Пак? Останьтесь в живых. Это приказ. А вы держите Валькирию на плаву до нашего возвращения. Ура! Отлично. Пак, значит, остается здесь. Будет какое-то прикрытие. Тихо, тихо. Отдолбит-то здорово по нам. Да, твою мать! Поехали быстрее, Рекер! В какую сторону нам плыть? Давай, Рекер! Чёрт, это хреновая идея! Что, блядь, с нами происходит? Судя по маркеру, мне туда. Я надеюсь, что я плыву туда. Ну, если что, мне игра скажет, что вы плывете не туда. Но, судя по всему, мы плывем туда. А вон корабль. До свидания. До свидания. Хорошо. До свидания. Сейчас все будет. Давай, могильщик. Вот оно. Это наш день. Победа или смерть? Победа или чертова смерть? Конечно ж, победа. Я тут умереть не собираюсь. Твою мать. Мы сдуваемся? Живой?
Вот сечи спокойно в пробойну закладывайте сюда и все. Мы вне зоны видимости. Приготовиться. Закладывай С4, давай, закладывай, закладывай. Крепко. Что это такое? Ирландец. Понял, мы сейчас на мост. Не волнуйся, они довольно крепкие. Ну да, конечно. Сделано в Швеции. Ну да, сразу полегчало. Крепость. Это мобильщик 3, мы на позиции. Готовы взрывать все нахрен. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Хан, нажми на кнопку. Черт. Красный. Что-то не так. Соединения нет. Рекер. Блять, а ну отдай. Черт. Опять надо вниз лезть. Что ж, спуститься нужно только одному из нас. Рекер, у тебя еще остались заряды С4? Хорошо, дай мне. Я не дам рисковать тебе жизнью, Хан. Я ведь ирландец, помнишь? Везунчик. Ну уже, Рекер. Давай сюда, Рекер. Рекер, я каждый день рискую жизнью за свою страну. Дай мне заряд. Своей стране ты нужна живой, Ханна. Никуда ты не пойдешь и точка. Давай, Рекер. Твою мать, у меня, походу, нет выбора. Ну ладно, держи ты. Рекер, когда детонатор загорится зеленым, жми на кнопку. Ханна! Уж сори. Будь уроды! Готово! Жми кнопку, Рекер! Ты же убьешь ее! Черт возьми, могильщик! Взрывайте этот корабль сейчас же! Ханна! Спасайте Валькирию! Жмите кнопку! У тебя там надувная лодка, ты могла же отплыть спокойно. Она погибла, Рекер. Она отдала жизнь за то, во что верила, черт возьми. Жетон Ханны. Крепость — это ищейка. Могильщик на борту. Мы везем их обратно. Мы всех нашли. Один из них пропал без вести, сэр. Мы ничего не можем поделать. Нужно немедленно улетать. Черт, понятно. Что же, возвращайте моих морпехов домой. Вот так вот, да? То есть это был финал. Эта игра была сделана кому-то? Светлой памяти. Киджел Рэл Тесворс. Да, у меня криво с английским. Ну что ж, ну... Когда-то я любила ходить в горы. У них тихо и просто. Это был Battlefield 4. Меня зовут Андрей. Всем пока. Дядюшка Джей. Вот он-то и научил меня всему, что связано с походом. А я думала, ты был городским мальчиком. Ну да, до мозга костей. Вот мой дядя не был городским. Родом из Каролины. Уехал оттуда давным-давно. А где он сейчас? Не с нами. Мне очень жаль. Да, но что тут, блядь, поделаешь? Нужно жить дальше, так? Стараться беречь то время, которое у тебя есть. Мы теряем многих любимых людей. Слишком многих, слишком рано. Иногда я думаю, что лучше всего этого избегать. Быть проще, понимаешь? Мне так не кажется. Сохранил или потерял, нельзя жалеть. Никаких сожалений. Давай, Ханна, скажи, никаких сожалений. Чего? Никаких сожалений. Ханна? Да, она живая, что ли? Да, черт возьми. Именно так, никаких, блядь, сожалений. Без сожалений. Никаких, блядь, сожалений. Другой разговор. Она выжила или нет, я так и не понял. Или это было когда-то там в какой-то момент, что ли? Не ясно до сих пор, мне не ясно.
Капец, какие долгие титры. Вроде бы в Assassin's Creed 3 там титры шли 20 минут, если не ошибаюсь. Надеюсь, тут-то не будет такого. Я так и не привился, против кого мы воевали. В самом начале вот особенно. Там были русские или кто? Вспомнил вот первую миссию, когда еще Дан был живой. Мы были на... Хрень. Там были китайцы. Вторая миссия, про что она, вот я забыл. Блин, у меня уже голова не помнит. Вспомнил, спасаем заложников. Защита VIP. Там тоже китайцы. В принципе, наши, получается, русские просто... попали просто под, ну, под атаку, так скажем. То есть они вообще не являлись нашими как бы плохими противниками, но все равно они где-то были. Услуги поддержки, социальные сети. Значит, собственно, нашим главным врагом был Чан, вот эти вот его китайская команда, ну и Цинзе, ну, как бы якобы считали китайцы, что мы и его грохнули, якобы, опять же. А под конец больше половины части, весь Китай, короче, перешел, опять же, в союз с нами. Чан вот этот вот. Он, короче, съехал с катушек все равно и бомбил по нам. Ну, мы его грохнули благополучно, но тем самым мы, то ли не ясно уже, то ли мы потеряли Ханму. Скорее всего, да, мы потеряли ее. То ли нет вообще. Все-таки небольшая, маленькая, но нелинейность была в игре. Electronic Arts, благодарность, ERS, Digital First. Капец, наверное, уже 10 минут идет. Эти титры? Я не засек просто. Наверное, минут 7 реально уже прошло. Точно. Надел руководство цифровой программы я. Я руководство. Я вообще удивлен тому, что у меня этот днище ноутбук. Реально днище. С такой слабой видяхой, что 110M. Пошла вообще такая. Реально пошла игра еще с завышенными настройками. Ну, в первой серии вы видели, что я их как бы занижал, но я потом обратно их повысил, благодаря тому, что я снимаю уже не фрапсом, а другой программой, которая более стабильная и меньше кушает памяти. Плюс мне сейчас попутно монтируется там видео на другом компьютере. Мне привезли мой старый компьютер, там Intel Core 2 Duo, и видеокарта, если не там 980, если не ошибаюсь, стоит GT. Тоже такая себе на самом деле приемлемая видеокарта. Когда-то я по ней, когда-то на ней играл. Было здорово, реально здорово. Поэтому я на нем сейчас монтирую видео. Конечно, оно происходит намного дольше, чем на ноутбуке. Но хоть что-то. В принципе, сейчас я, ну, закончатся титры, я начну монтировать уже и тут. И на этом ноутбуке. И начну уже выкладывать. Наверное... Нет, сегодня-то я не буду говорить. Потому что я видео выкладываю не по графику. То ли через один, то ли через два дня. А может, вообще через неделю. Поэтому говорить того, что я сегодня ее выложу, не буду. И тем более вы все равно не знаете мое число, а я его говорить не буду. Хе-хе-хе. Какая скотина. Джин Пау Биг. Вот, Биак.
Это, ну, я не знаю, тут он локализация озвучка актеров, и слева он 1, 2, 3, 4, 5, 6, Джин Пал Биг. Вот, он озвучил ирландца, если не ошибаюсь. Анамаза. Юкитао Намаруа. Yes. И это столько ушло на озвучку? Охренеть, сколько здесь народу. Интересно, сколько они писали эти гребаные титры? Именно писали. Не, в принципе, если у них там такая команда, то это, наверное, делается минуты за две. То есть один занимается тестерами, другой занимается этими, и потом просто они это все впихали, так копипастнули, и на прокрутку. Что, наверное, это и час вот они заняло явно, и полчаса, ну, максимум полчаса реально. Нет, максимум час, потому что они там, наверное, узнавали того, как забудь, там же реально очень трудно запомнить такое количество народу. По имени, фамилии. Интересно, это в игре есть пасхалки? Я их просто не видел вообще-то. Не замечал своевременно. Нет, ну я в принципе видел картинку, там где в мультиплеере на одной из карт, там где падает этот вот телескоп здоровенный сверху, там на машине какой-то есть значок Half-Life 3. Это вот и есть пасхалка одна. Но это единственное, которое я знаю, и то, которое я как бы сам не видел, но видел по картинке. Нет, уже реально прошло 15 минут. Мне кажется, они тут просто где-то одно и то же пробуют, и все. Юхуи. О, юиху. Диву, блин. Капец. Китай интересная страна, я вам скажу. Сайтея. Вот лейбл EA Games уже был. Или там был лейбл Frostbite Team, не помню. Дети Battlefield 4, в смысле? Какие дети вообще? Светлые памяти, но это кому посвящается, видимо, эта игра. Лили, Хун Вэнг. Гао Ши Шонг, так вот. Музыка композитора видно, кстати. Кстати, вот вам вся музыка, так что не нарушайте авторские права, пожалуйста. Их тут очень много, мне сейчас придется это каждое подтверждать, я так понимаю. Так, Sony Music Licensing, окей, надо бы с ним пообщаться. Художники 2D? 2D, а что там было 2D, интересно. Художники 3D это... А, видимо, 2D это эти картинки, флаги, ну, а потом 3D-моделирование уже там работало. Охренеть, сколько народу. Boom Library. Я China. Rabbit Ears Audio. Battlefield используется Havoc. Havoc движок старый вроде бы какой-то.
еще. Ну, помимо, ну, там, видимо, Хавок модифицировали сильно и сделали его как Frostbite 3. И второй тоже, думаю. А, все, я ничего не нажимал. Загрузка какая-то долгая. Интересненько, чего? Менюшки, зашибись. Ладно, всем пока.